Сергей Алексеев. Необычная операция. Поражал Самокоп Козяков. Непонятно, что-то творилось у них на станции. Жил мальчик с дедом и бабкой недалеко от города Суши, в небольшом рабочем поселке при станции Локинской. Был сыном потомственного железнодорожника. Любил Макопка часами крутиться около станции, особенно в эти дни. Один за одним приходили сюда эшелоны. Подвозят военную технику. Знает Макопка, что побили фашистов наши. Гонит врагов на запад. Хоть и мал Макопка, видит, приходит сюда эшелон и понимает, значит, здесь, в этих местах, намечается дальнейшее наступление. Идут эшелоны, пыхтят паровозы, разгружают солдаты военный груз. Крутился Макопка как-то рядом с путями. Видит, новый эшелон пришел. Танки стоят на платформах, много танков. Принялся мальчик танки считать. Присмотрелся, а танки-то деревянные. Как же на них воевать? Бросился мальчик к бабке. Деревянные, шепчет танки. Неужто, всплеснула руками бабка. Бросился к деду. Деревянные, деда, танки. Поднял старые глаза на внука. Помчался мальчишка к станции. Смотрит, снова идет эшелон. Остановился состав. Глянул Макопка. Пушки стоят на платформах. Много пушек. Не меньше, чем танков. Присмотрелся Макопка. Так ведь пушки тоже деревянные. Вместо стволов кругляки торчат. Бросился мальчик бабке. Деревянные, шепчут пушки. Неужто, всплеснула руками бабка. Бросился к деду. Деревянные, деда, пушки. Что-то новое, молвил дед. Много непонятного творилось тогда на станции. Прибыли как-то ящики со снарядами. Горы выросли этих ящиков, доволен Макопка. Здорово всыпет фашистам наши. И вдруг узнаю, пустые на станции ящики. Зачем же таких и целые горы? Гадает мальчик. И вот, совсем непонятное, приходит сюда войска, много. Колонна спешит за колонной, идут открыто, приходят засветло. Наши идут, наши идут, голосит Макопка. Легкий характер у мальчика, сразу познакомился с солдатами. До темна все крутился рядом. Утром снова бежит к солдатам, и тут узнает, покинули ночью эти места солдаты. Стоит Макопка, опять гадает. Не знал Макопка, что применили наши под Суджей военную хитрость. Ведут фашисты самолет-разведку над советскими войсками. Видят, приходят на станцию эшелоны, привозят танки, привозят пушки, замечают фашисты и горы ящиков. Засекают, что движутся сюда войска, много. За колонной идет колонна. Видят фашисты, как подходят войска. А о том, что ночью уходят, об этом враги не знают. Ясно фашистам, что здесь готовится новое русское наступление. Здесь, под городом Суджей. Стянули под Суджу они войска. С других участков и силы там ослабли. Только стянули, и тут удар. Однако не под Суджей. В другом месте ударили наши. Вновь победили они фашистов, а вскоре и вовсе разбили их в Курской битве.